Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на устройстве Vivo V20 выполнить полный сброс абсолютно всех данных через стандартное меню настроек. Итак, открываем настройки, спускаемся в самый низ и выбираем пункт «Система». После чего нажимаем «Сброс настроек», «Удалить все данные», «Удалить все данные» и «Удалить все данные», после чего телефон перезагрузится. Ну что ж, на этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!